Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, заскочим быстренько с тобой в магазин и посмотрим, что нам выпадет из сундука. Так, один бустер, 1200 монет и две карты. Окей, так, 1200 монет, Рэмбо в бочке, огненное заклинание и все, да? Так, 12 тысяч, почти 13 тысяч монет, друзья мои. Почти 13 тысяч. Что мы можем с тобой улучшить? Этот стоит 18 тысяч, насколько я помню. А сколько Снэппи стоит? 12 тысяч. 12 тысяч. Ладно, была не была. Улучшим, друзья мои. Ну что? Давай смотреть, что мы можем сегодня попробовать одолеть. Так, у нас открылась новая локация. Ну, давай глянем. Пойдем посмотрим. Так, тут как раз Снэппи. Угу. Дают очень много, ребят, снарядов. Быстрых выстрелов этих. Но динозаврики так себе, если честно, ребят. Так, опять это там заряжает свои патрончики, блин. Я его попробую сейчас согреть. Блин, их там уже много пришло, друзья. Слушай, они так меня сейчас расклепают здесь. Давай, наверное, валунчиком попробуем сейчас прижучить. Так. Хорош. Бочка тут еще лезет. Ну ты-то вот куда прешь? Ну вот куда ты-то прешь? Вот скажи мне на милость. Понимаешь, он просто издевается, ребят. Дай-ка я так сделаю, наверное. Ну, ой, тут уже, блин, ребят, здоровый пират пришел. Да-да-да-да-да, тот самый. Тот самый здоровый, ребят, пират. Да этот еще там на динамите скачет, блин, сайгак. Блин, мне надо 60. Да, ребят. Да я пока тут накоплю, блин, меня расстреляет просто-напросто, друзья. Вот в чем проблема-то. То есть понимаешь, что я хочу, да, здесь задумать? Затеять. Ну ты посмотри, как он хорошо, ребята, его бомбит, а? Я думаю, это даже не обсуждает. Блин, достали уже там, а? Так. Вот если бы мы с тобой бы еще, например, бы одного такого бы призвали бы. Я думаю, друзья мои, было бы вообще великолепно. Он на самом деле бомбит офигенно. Офигенски просто бомбит. И я, кстати, попробую сейчас это сделать. Ага.
Так, ну тут уже придется, ребят, перестраховываться. Тут уже придется перестраховываться. Тут уже как бы, видишь, какая фигня получилась, блин. Вынудили меня так сделать, ребят. Давай, 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 давай. Мы идем на 3 звезды, ребята. Если сейчас все пойдет хорошо, как надо, то 3 звезды будут у нас в кармане. Ну! Давай, давай, родные мои. Есть! Фух. Друзья мои, на 3 звездочки прошли. Как ни странно. Ну что, давай открывать. 750 монет. Так, на Раптора тут у нас одна карточка выпала. Здесь у нас идет на 30 одна карточка. Ледяной шар. 600 монет в плюсе. И 700 монет в плюсе. Тирекс плюс Раптор. Ну, как-то так. Еще награду здесь получаем. Окей. И что же нам дадут? Я не помню, там, по-моему, сундук или 2000 монет. Сейчас уже и не вспомнишь. Да, 2000 монет, друзья мои. Ну что, 24,2. Ну что же, друзья. Снайпик уже прокачался, но сам видел. Ой! А чего так? Зачем так? Блин, ребят, ну это сейчас будет трэш. Она же сейчас заколебает нас. В прямом смысле слова, ребят, она нас сейчас заколебает. Блин, пойду и с этим пока разберусь. Давай, родные мои, закусайте ее. Есть. Молодчики. Так, ну нам радоваться-то пока рано, на самом-то деле. А, здесь еще. А, там еще и пушка, ребята, идет. Блин, а как? А как быть? Пипец. Здоровский. Тут еще и пират этот гигантский. Которого, соответственно, мы задолбаем сейчас, ребята, уничтожать. Да в плане ты, блин, я хотел, чтобы ты этого бомбанул. Пипец, ребят, я хотел, чтобы... Так, 62 энергии накопить. Накопим ли, успеем ли? Вот в чем, ребят, вопрос-то здесь. А тут еще один гигант.
Немножко ты, блин, ну Рэй. Да уйди ты. Слушай, пока он с этим разбирается, я тут, ребят, немножко поколочу. Мамонт не выдерживает, ребят. Не выдерживает натиска, понимаешь? Да. Если бы мы с тобой изначально бы призвали бы вот этого, все было бы, ребята, по-другому, абсолютно. Но я попробую сейчас его успеть призвать. Так, вот он уже на призыве у меня, ребят. Сейчас он должен уже начать колотить своими снарядами. Сейчас еще Рэмбо позовем. Ой. Надо прикрывать его любыми, как говорится, способами. Так. Отлично. Пока вроде бы все идет хорошо, ребят. Вот если мы еще с тобой мамонта призовем, как доп защиту. Это будет вообще, ребят, красота. Так, еще на одного, ребят, накопил. Сейчас будет вообще зыба на все. Главное, чтобы они оба пришли. Блин, а где портал-то? Порталом, ребят, еще и не пахнет даже. Упс. Упс. Так, жиробаску эту надо держать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, портал, портал, ребят, не успею. Не успел, блин, чуть-чуть буквально, друзья мои. Ну давай попробуем хотя бы две... А в плане две звезды забрали? Фига ли две звезды? Первая только начала отниматься, почему две-то отняли? Понял я юмора. Почему две-то забрали? Одна же звезда отнималась. Странно. Так, ну давай глянем 24,3. Эх, эпический шлем, ребят. Конечно хочется, но ты знаешь, мы деньги с тобой, точнее самоцветы копим. Копим. Не знаю на что, но на что-нибудь хорошее копим. Так, здесь у нас пэтчи. Вот, ребят, опять подлят мне. Опять подлянку делают. Почему? Ну потому что как я тебе вот этого воздушного собью? Да никак. Его вот только вот здесь вот встречать и бить. Естественно, пытчи в этот момент ушлепывают. Так, ладно. Давай, наверное, позовем этого.
нашего огнедышащего. Это надо взрывать. А он не взрывается. А он не взрывается, блин. Так, огоньком пыхтит, пыхтит. Такс. Еще, наверное, одного огнеплюя. Ну, не нравится мне вот это вот. Не нравится. Здоровский, это еще и огромный пират. Блин, ну это... Ну это трындец. Вот сейчас так будем с тобой опять. Как обычно, по стандарту. Там что, пушка идет? Там пушка, ребята, идет. Там не только пушка, там еще и бомжиха идет. Офигенно. Дайте, ребята, я хотя бы пушку попробую снести. Подожди, где пираты? Пиратов нету? Да блин, я ее сейчас заморожу, ребят. Достала уже в корень. Куда ты мне пирата там выкидываешь? Так, стоп. Окей. Так, плюйка вызываем, ребят. Плюйка позвал. Может быть, еще одного надо будет, ребята, вызвать. Я даже не знаю, как лучше. Или плювика нам позвать, или... Давай плювика. Да, блин, опять эта избушка, блин, на курьих ножках. Да достали уже, а? Ну, сейчас там с ними разберутся, ребят. А здесь, опять же, мы не знаем, сколько там чего, блин, понимаешь? А тут опять здоровый пират. И там их в итоге, ребята, два. Идиотина это. О, ребятушки, там... Там все намного хуже. Там все намного хуже, блин. Еще и катапульта, молодцы. Красавцы, блин. В кавычках, друзья мои. Доигрался. Хрен на скрипке. Не, ну тут, конечно, тут никаких двух звездок, друзья мои, даже разговора быть не может. Не-не-не-не-не, какие-то две звезды, ну.
Это просто Unreal, скажем так. В бомжиху-то завалим сейчас мы. Надеюсь. Вот катапульты, блин, бесявые. Ну, просто, ребят, бесявые. Звезду отнимают уже. Вторую, причем, звезду, ребят, отнимают. Они, конечно, туда. Бомжи их понадавали здесь. Целую орду. То есть тут, ну, идем вроде хорошо, ребята, но не хватает сил. Нам просто не хватает сил с ними справиться. Вот и все. Не хватает нам мощей. Поэтому у нас все очень долго. Ну, правильно, я куда рванул, ребята? Я рванул аж хрен знает куда. По большому счету, если посмотреть. Переплюнул фиг знает сколько уровней. Да. Ну что, 24-4? Или... Эй, началось новое событие, зацените. Что там за событие? Как всегда, которое невозможно пройти. Нам надо, ребята, старые проходить. Но вот тут вот... Не помню, в чем проблема здесь. Хотя я уже, судя по динозаврам, уже могу, ребят, представить, в чем здесь проблема. Да я что... А, хил там. Вот как я тут должен, блин, а? Плешивый шаман, а? Да ну в плане, блин, ты долбаная бочка, ты... Ты достала просто. Ну вот видите, что, ребят, происходит. Из-за вот этой долбанной бочки, блин. Пойду этого говнюка уничтожу. Достал он. Давай, 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 давай. Всей толпой налеглись, как говорится. Правильно, кажи поплевочку и все нормально. Ой, нет, только не тебе, блин, ну.
Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Да хорош, там еще и пушка, ребят, ползет. И не только пушка. Нормально меня так отдубасили. Там одного за другим только, только рубашат, ребят. Только рубаш, слышу прям как. Всем виновата вот это дерьмище, ребят. Да. Как говорится, провору... О, еще одна. Тут очень большой, ребята, урон наносит вот эта вот пушка. Минус звезда, понятно. Не тяну. Не тяну я этот уровень, друзья мои. Ну, может быть, вообще попробовать его хотя бы пройти. Он у нас там не пройденный. Или пройденный, я уже не помню, там сколько звезд. Да и трен, матрен, да ты серьезно, что ли? Второй раз, блин, подбили, а? Из-за пушки все. Ну, бомжиха, конечно, с пиратами. Ну и пушка, ребята, само собой еще. Да куча здесь. Все, две звезды в минус. Тяжело. Был бы какой-нибудь другой удар, а не вот это вот дерьмище. Ну, возможно, может быть, и был бы шанс, но... Очень много пиратов мы вызывали здесь. И она бесконечно их тут будет сейчас вызывать, 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 вызывать. Друзья, нам уже отступать некуда. Нам некуда отступать. Как ты достал, а? Да. Уровень такой, бесявенький, друзья мои. Тут я ничего не могу сказать. Так, заплевали, молодцы, красавчики. Этого тоже. Погнали дальше. Фига он отнимает от меня там, блин, здоровье, только шорох. Но я тут спасаю, ребят, все равно, как ни крути.
Да, пускай на одну звезду, но тем не менее уровень-то этот будет пройден у меня. Вот что главное самое. Да. Вот такая вот петрушка, ребят, получилась здесь. 600 монет, пэтчи, ага, и выстрел молнии. Ну, а что поделаешь, я старался, я пытался, ребят, но вот как вышло, так вышло. Так, Диметра. Бронированный динозавр с огненным сюрпризом для песчаных людей с деревянными доспехами. Ну, я бы не сказал, что он бронированный прям. Бронированным я не могу, ребят, его назвать прям бронированным. Такой себе, плешивенький. Так, надо этот деревянный домик, блин, взорвать. Так, тут опять этот дудлик. Мистер Рэмбо, просим. Как же я терпеть не могу, когда вот они... И всю мою армию, ребят. Просто всю мою армию под откос. Всю, понимаешь? Давай, хоть как-нибудь. Еще, наверное, одного вызовем. Так, два Диметра, да? Ну, два Диметра, ребят, это хорошо. Так. Замечательно. Мне, знаешь, во, вот этого я его, наверное, призову. Я думаю, это будет по оптималочке. Твою налево вышло. Вышло, друзья мои, чувырло. Там еще, ко всему прочему, пират, ребята, прет. Слушай, ну вот эту вот бомжиху в деревянной броне ушатали на изи. Ну я, в принципе, понимаю, почему они ушатали ее на изи. Потому что, ребята, она была в деревянной броне. Слушай, заколебали вот эти твари, а? Нет, не получается у меня пробить их. Больше уверен, что там еще один подонок сидит. Вот там вот, здоровый, я имею в виду. Я больше чем уверен, его чуйка просто на это. Не? Ну это хорошо, что я ошибся. Блин, я сам по себе такой ватник, а такие слабые у меня удары.
посмотри только. Ну давай, давай, давай. Там еще идет орда, блин. Ордынская. Бесконечные утырки, а? Понимаешь, просто бесконечные. Ты по ним бомбишь, 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 бомбишь. И хоть бы что. Да где ж там портал-то начинается-то? Ну конечно, угу. Так. Ты сейчас серьезно, блин? Да нет, быть такого не может. Да нет, может, блин. Ну вот, бомжиха, в вашем распоряжении. Все, молодцы, разбомбишь. Разбомбашили. Как неприятно получилось, друзья мои, как неприятно получилось сейчас, в данный момент. Звезда под угрозой, ребята, звезда под угрозой. Давай, давай, родные мои. Поднатужились, звездочка еще пока целая. Пока еще целая. Есть. Есть контакт, друзья мои. Похоже, на три звезды мы прошли этот этап. Да. Фью. Смачно. Смачно, ребята. Так. 600 монет, Диметра. Слушай, ну Диметр, да, все-таки есть в нем что-то такое, ребят. Что-то есть какая-то сила. Может быть, просто в прокачке его слабоват он. А силы есть. Ума не надо. Сколько? Ага, еще 3 звездочки. А что там за награда у нас будет? Как ты думаешь? А что думать? Мы сейчас просто возьмем, да и глянем. Уникальное предложение, хорош. Там будет сундук у нас. Так, этот этап мы прошли на 3 звезды. Ну что, будем пробовать эти этапы тогда проходить. С помощью Диметра. Хилка, Диметра и огненная Нера. Ну, я не знаю. Как-то, блин, дальники очень, ребята, много.
Несообразимо много они отнимают у меня хп. Кто там? Что там? Блин, там, ребята. Вот огненные все эти дементры, шментры. Вот так вот попробуем. Да как так, Диметр погиб? Нет, то, что ты меня хиляешь, это, конечно, хорошо, но мне надо больше, чтобы ты хиляла моих других динозавриков. Так, еще одного Диметра заказываю. Еще одного, может быть. Может быть, все-таки как-то получится у нас тут разрулить, так скажем, ситуацию. А где хил-то, блин? Он где-то есть, но я его... Я его почти не вижу. Я слышу, что он хиляет, но я его не вижу, ребят. А, вон он. И опять у нас огненный Дейна остался в живых. На удивление, ребят. Это плохо. Огненному Дейну конец, да? Выдержал? Давай, ребята, 3 звезды. А там-то что? Ты серьезно, блин? Фью! О, ребята, вот это да, вот это неожиданно для меня. Какого-то говнюка я, видимо, где-то пропустил. Наверное, в бочке 100% летел. Но это было круто. Пробили с тобой все это, сделали все как полагается, ребята. Еще и сундук сейчас заработаем. Красавчики. Просто красавчики. Давай сундучок, пожалуйста, папочки. Угу. Так, что у нас тут в сундучке в этом деревянном? 800 монет, 2 самоцвета, 5 энки, огненный Дейна. Огненный Дейна и энки, друзья мои, готовы к прокачке. 12 тысяч. А Дейна 12 тысяч тоже, ребята.
Ну и насколько я помню, у нас энки чаще встречаются, поэтому я его, наверное, ребят, поставлю. Атака плюс один, серьезно, всего-то лишь. Ну, что-то как-то ватненько, ребят, ватненько. Он пойдет. Ну что, давай 23-6. Уж не знаю, ребят, что тут у нас получится. Получится ли вообще что-нибудь. Какие-то идиоты бросаются оружием, ребят. На самом деле. Чтоб тебя, блин, ребят. Тут пушкариха. Это прям вообще не айс. Блин. Ага. Так. Ну, мне-то на самом деле надо было не это. Так, то с бочки надо как-то ликвидировать. Сейчас же взорвется, гаденыш. И начал забирать одного за другим, да, из наших, так скажем, ребят, блин. Так, разберитесь с этим, я попробую этих тут ушатать. Молодцы, заплевали этого говнюка. Плювика бы, вот плювика бы, ребят, наверное, нам призвать бы надо. Да кого мы там бьем? Там мы бьем -то, да не того, кого надо. Бомжиху они только замочили. Так, я пока здесь, ребят, ее... Блин, тут еще и этот идет. Ёпрасоте, блин. Да. Как его звать-то? Лодка, не лодка, блин, ну понял, короче. О, еще пират идет. Ну, пират это здоровяк, блин. Дело пахнет керосином, ребята. Нифига не получится на три звезды. Как раньше я проходил, ума не приложу. Сейчас не тянет это все. Не вывожу. Так бы я это сказал. Не вывожу. Давай, уходи. Этот, конечно, пират нас расколбасит. И пушка там еще, видишь? Да, Терекса вообще запинали, как осиновую липку. И знаешь, кто виной всему? Пушка, ребята. Ты не поверишь, она наносит офигенно урона. Там же яйцо, нет? Долбаная пушка, а? Как ты достала, сволочь?
Да куда мне с такой ордой, ребят, справляться? Два мощных пирата, блин, или один-то мощный пират? Два, по-моему, или три даже. Ты бомжиха, вали нафиг. Ему на два удара хватает, ребят, любого дракона. Ну, звезда, конечно, пошла звезда отниматься. Вторая, да, пошла? Вторая, ребят, пошла. Не, если Дейна, ой, этого прокачать, он был бы, наверное, хорош, ребят. Мне так кажется. Вот и минус вторая еще звезда идет. Все под минусовочку идет. Все идет под минусовочку. Ну там, конечно, да, люто уж придумали. Бомжиху пустили, пиратку. Сзади нее катапульта, а перед ней еще, ребята, немереное количество бомжей прет. Ну и как я там должен был сделать? Само собой, там никак не получится. Так что этот уровень на 3 звезды можно пока забыть. И таких уровней у нас очень много, ребят. И таких уровней очень у нас много. Плюви хорош. Дорогущий он. Просто. Очень дорогой. Дорогой и слабый. Так что тут как бы эти два уровня, наверное, ребят, под огромным вопросом. Давай попробуем тогда здесь. 24-4. Я понимаю, конечно, что чем дальше в лес, тем больше дров, тем сложнее. Ну а что делать? Вот опять 25. Опять 25, ребят. Ну не могу я его никак сейчас подбить. У меня нету этого, блин, специального динозавра, блин, ну. Что за тупорылые? Что за тупорылые условия? Ну, серьезно, ребят. Молодцы, еще не легче. Давай ты падай там, блин, идиота кусок. Ну ты посмотри, один за другим летит, блин. Пипец. Они мне не дают ничего сделать. Там уже бомжиха. Само собой. Недорогие, а? Да ладно. Накрыли мы бомжиху медным тазом. Здоровую эту. Продолжаем наше движение. Так. Нам теперь наша цель, ребята, призвать вот этого. С ним, как говорится, жизнь пойдет. Не знаю, куда там пойдет, куда-нибудь да пойдет.
А Пэтч же ее берет, по-моему, да? Да, он берет ее. Хорош, запинал, молодец. Нет, вот это плохо. Он бобит-то хорошо, но он в защите не очень хороший, ребят. Так. Давай сюда набомбанем. Еще нужен, нам еще нужен, ребята, вот такой еще один. Желательно, чтобы их было три, потому что они наносят хороший урон. Видишь, они меня решили просто одолеть. Друзья, я еще на один накопил, на одного. Пускай хотя бы два будет, фиг с ним. Я просто чувствую, что... Ну, я правильно чувствовал, что что-то, говорю, тут будет. Ну, вот оно и явилось. Плюс пират прет. Плюс бомжиха. Нет. Не вовремя, блин, прозевал я. Ну все, там хана, ребят. Там, к сожалению, край. Сейчас завалят. Там бомжиха подобралась. Звезду, как ты видишь, уже пошли отнимать. Меня опять нагрело, блин. Я удивлен, что они там разобрались с теми здоровяками, ребят, пока меня не было, прикинь. Красавчики, не ожидал я, что они разберутся с огромными этими пиратами. Но разобрались, вот бомжиха только осталась. К бомжихе я, как говорится, уже и подоспел. Но, в принципе, друзья, в принципе, если посмотреть на это все, есть шанс пройти на 3 звезды. Если бы я 2 раза не погибал бы, если бы я немножко бы отбегал бы, понимаешь, лучше отбежать фиксим, все равно динозавров этих подобьют. Только так шанс у тебя есть, хотя бы ты издалека будешь бомбить, а так, пока ты там возрождаешься, динозавров твоих убивает, потом плюс ты еще добиваешь, и время, соответственно, теряется. Так, Диметр готов, ребята, практически к прокачке. Есть. Сколько он стоит, интересно? Блин, я деньги спустил. Наверное, 1008, не меньше. Может, даже 10 потребует. Посмотрим сейчас. Ой. А это у него что, первое улучшение? Первое только улучшение было. Ну окей. Так, ребят, у нас последняя энергия 24,5. Ну давай попробуем. Да ну нафиг, вы что, блин, вы... Бам. А они что-то не так много здоровья-то, кстати, отнимают, ребят. Ну,
как немного? Ну, ну бомжиха это падает, по крайней мере, на изи. Можно сказать, на изи, блин. Как бы, если сравнивать с другими бомжами, это бомжиха, ребят, можно сказать, ватная и по атаке, и по всему. А вот это уже хуже. Еще и катапульта там, что ли? Нет? Нет, там бомжиха, который бросается... Нет. Там именно, ребят, катапульт оказывается. Да, Диметру бедного тут запинали, конечно. Хотя, ты знаешь, если бы, например, у меня бы... Я вообще-то не это хотел, блин. Совсем не это. Так, гигантская бомжиха готова, отдуплилась. Блин, вот это мне не нравится, вот этот, который снарядами бросается. Тварина. Там помимо этого еще и... Ага. Так, а если мы с тобой сделаем... Она что, впитала весь в себя урон, что ли, это катапульты? Куда ты нафиг подошел? Мне не нравится этот подход. Ну и нафиг мне хил, блин. Когда хилять уже некого, блин. Есть. Есть, ребятули. Так. Пару диметров, наверное, да? Ну что ты не хиляешь на меня, блин, сейчас... Пока там на... Пипец, короче. Так, разберитесь с ним, я пойду вот этих пока дощелкивать. Как тяжело это все, а, тут дается мне. Давай ты, господи, ну... Нет, что я не говорю, ребят, все равно эти очень, очень много отнимают здоровья. Стрелки. Прям, блин, нереально много. Я так и думал, блин, я так и думал, что сейчас сделаю и пойдет. И вот она идет. Идиотина это. Так и произошло, блин. Thank you.
Ты посмотри, что вытворяет, а? Тварь, блин, взяла. Я стоял там, почему она в меня не бросила? Бросает куда-то, хрен поймешь, куда, тварюга, блин. Диметр, ты справишься там один? Подсобил чуть-чуть, хорошо. Пираты эти заколебали уже, а? Пускай летит к чертовой бабушке. Ну ты серьезно, блин? И что, никого нету прям, блин? Минус звезда, ребята. Уже минус звезда. Ну да. Ну вот это вот, ребят, ну... Как же там лопух... Да ёпрсты, одного за другим. Один за другим этот дирижабль летит. Где он? Ну давай, гад, блин, приземляйся. Минус вторая звезда пошла, ребят. Вообще великолепно. Да какие тут... Просто из-за вот этих вот дурачков, блин, летающих, блин, ребята, все пошло, блин, на смарку у меня. Но по-другому не скажешь, блин. Нету хуже, ребята, бомжихи, которые бросаются пиратами. Блин, ну нету. Офигеть. Ты посмотри. Ты серьезно? Он еще сюда додумался бомжиху, блин, позвать, ребят. С пиратами, само собой. Все, хана мне. Хана моим стрелкам, которые там стоят. Она всем. Видишь, до них доберутся все равно. А вот это ватная бомжиха была сейчас. Мы ее проверяли в прошлый раз. Она вата. Да, я вот представляю себе еще, ребята, им пару уровней, блин, вкачать. Как же они будут бомбить, а? Божественно просто будут разносить всех. Да, тяжелый, ребят, пошли уровни. Тут я ничего не могу сказать. Просто трэш, жесть. Но на то, ребята, игра, чтобы не было все так просто. Легендарный сундук. Спасибо большое за легендарный сундук. Я и на обычный-то не могу накопить. Они мне легендарный всучивают.
Так, у нас еще есть одна энергия, друзья мои. Куда, блин, попробовать бы? Ну, в прошлый уровень я не смогу, ребята, взять. В прошлых уровнях все-таки больше зависит, мне кажется, от моей прокачки. От прокачки именно главного персонажа. Давай, фикс. Тут, по крайней мере, Дилофа. Ну, я не скажу, конечно, что он мощно прокачан, но он прокачан. Тут мы как делали? Мамонта вызывали, да, обычно. И прикрывали его кем? Само собой, мы прикрывали его. Прикрывали его хилом. Идет бесявое чмо. Именно, ребята, бесявое чмо. Но по-другому ее не назвать. Если оно таковым и является, ну что я могу сделать? Ну куда ты бежишь? Шлепка. По-моему, тут что-то намного хуже, ребят. Хилку и так и не успел, да, позвать? Правильно, я Дилофазов вызываю, а хилку нет. Там еще и катапульта. И там помимо того, что катапульта, там еще и чмошник, ребята. Ну давай, 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 давай. Мамонт, где ты там, блин? Ты понимаешь, под мамонта надо еще ставить хил. Если честно. Плюс там еще бомжиха, да? А дилофазавров, конечно же, мы их, ребята, разбомбили уже, ну. Вон кто там. Главный, ребята, злодей, блин. Главный наш злодей — это катапульта. Ну давайте, ну. Так. Надо катапульту пока притормозить чуть-чуть хоть.
Хотя бы, блин. Угу, отлично. Мы и вынесли мозг. Целую орду дилофазавров там, ребята. Нет! Да какое, блин, тут, ребят, тут... А как? Все, уже звезду отобрали у меня. Нормально? Два этих вшивых викинга здоровых, ребят, идет. Слушай, этот достал меня, псих. Мелкий. Блин, бедный мамонт. Ты посмотри, активировались, блин. Так, две звезды, друзья. Я не знаю, у нас, по-моему, и было на две звезды, да, Прудин? А, нет, на одну он был. Ну, я могу сказать тебе одно. Тут не хватает скорости. Ну, скорости в разборке именно бомжей. И как-то в продвижении у нас. Мы шли практически, ребята, не отходя назад. Не отступая назад. Вот. И... И мамонт вроде бы неплохо держал, и хил, все было, и... Но... Малая мощь атаки, ребята. Мы слишком долго их разбирали. Ну, так вот вывод можно сделать. Все как бы шло хорошо, но вот именно из-за того, что слабая атака, мы их долго разбирали, соответственно, долго продвигались. А так, чуть-чуть, если подокрепнуть, то этот реальный этап затянуть, затащить. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!